Но все-таки я решил забраться подальше. И вот полез. Вот тут попался мне первый масленок. Масленок. Но его кто-то уже скосил. И он весь червивый. А вот хорошенький стоит. Я его прямо сейчас скошу. И у меня есть с собой ведро. Два ведра. Чик. И он добрый почти. Ну, посмотрим. Да, он пойдет хороший. Вот он. Вот такой вот масленочек. Иди сюда. Но он один на всю эту долбаную округу. И здесь вот так. Это лесопосадки. Да. Вот еще один вижу. Вот он такой ядреный. Я его тоже забираю. Бацк. Он чистенький, хорошенький. Такой вот. Пух его туда. И у меня целых два ведра пластмассовых. Это мне друган подогнал. Ну что? Ау, грибы! Вы где? Масалята, выходите. Нету. Говорят, вот эти съедобные или несъедобные. Вот эти вот. Это что за грибочки? Никто не знает. Как они называются? Ну, можно посмотреть в интернете. По-моему, они съедобные. Вот тут еще грибники ходят. Здрасте. Здрасте, здрасте. Как есть? Как успехи у вас? Во. Всякие. Вот у дяденьки сколько. Ой, около. Крупные, они все так червивые. А у меня вот всего два. Один большой, другой поменьше. Все. И червивые. Ну, то червивые. Да, обрезать их нахер и все. Че их домой тащить? Нету нифига, да? Можно не шляться. Да, это уже час уже хожу отсюда. Ну, понятно. А вы Даша не ходил туда? Да мы только зашли проверить, что тут на самом деле есть. Он кино снимает. Все понятно. Везде народ. Вон я отсюда вижу, что-то торчит. Только что это такое? Сейчас узнаем. А тут ты кто такой? А? Ну-ка, оба-на. Хорошенький, пойдет. Вот такой вот. Воу! Чё, Тёга? Вот он. Вот так примерно масленок. А он все, ему финиш. Как грохочёные. Вот один хорошенький. Вот второй хорошенький. Кумахочка такая, масленок. Мы их чик. Под корень вот так почти. И забираем. И этот тоже чик. И забираем. Во. Под папоротником нету. Вот он, махочка, торчит. О, какой. Вот они два. Они, по-моему, еще тут пришли. Вот они красивые такие вот. Толком-то не росли еще. Вот они только начали выползать. Смотри, какие хорошенькие махочки. Угу. Вот он. Пошел, спнул его.
Ну, походим, посмотрим, поищем. Может, что-нибудь и насобираю на жареху. На разочек покушать. Зато по лесу прогуляюсь. Кыш, комарье ваше племя. Не понимает. Надо убить. О! Земляничка. Одну ягодку. Вот еще земляничка. Ой, какая махочка совсем. Вкусненькие ягодки. Вот еще земляничка. Ням-ням-ням. Вот такой тут лес. Какой-то корявый. Он его родимую как загнуло. Вот так вот. Его тольничина. Сухая. Пойдем дальше. Где у меня? Вот так. Все, я уже мокрый. Все, я мокрый. А тут что такое? Ну и что, куда полезем? А? Сейчас, подожди. Что, опять залазит кто-то? Безобразие. Земляничку опять съем. Вот эту красивую. Вот такой муравейничек нам попался. Почти в пояс. Вот я рукой до него. Работают. Эти всегда в работе. И что я еще вижу здесь? Что я вижу? Вот еще вижу я. Вот масленок один сидит. Я его сразу забираю. Ага, он нормальный он. И нашли мы вот границу. Девять, девять, один. Граница города Новокузнецка. Таких столбиков у меня целая пропасть уже. Я его фотографирую. Не матерись только. Только покажи, что это такое. Буя. Вон какой. Как эта звездочка. И вон они, их много. Это кто такие? Звездочки. Главное дело, вот он как растет. Я таких еще не видел. Я тоже первый раз вижу. Это что за мутация? А они, поди, кинь, самые вкусные. А сверху, это вот я только хотел сказать, это бух, бездюха. Что сказать, ребята, вот ведро мое. И в нем вот сколько грибов навалял. Фух, устал. Вот один, вот другой. Смотрим, гнилой. Гнилой не берем. Этот. Этот берем. Фу. Все. Километров 5 пройдено. Может, чуть меньше. Не, 5 навряд ли. О, рябинка. Хорошая рябина, какая длиннющая. О, а еще с плодами наверху. Но эти плоды только для птичек, для людей. Туда не забраться. Отцепись от меня. Сосна вцепилась в меня и не пускает. Ты, говорит, туда не ходи. А чего не ходи? Тут, наверное, грибов нету, поэтому и не пускает. Ёкалы меня. Все.
ножик бросил. Под ногами идешь мягко. Вон, проваливается. О, тут вообще мягко. Кому шишек сосновых надо? Вот они. Тут их навалом на лекарство. Для профилактики от инсульта. А сейчас все, блядь, зарастает. Вот они эти, смотри, такие же. Опять такие же, да? Ну, опять такие же. Это бздюха с них сверху. Вот на нее нажимаешь, вот на эту. Сейчас покажу. Вот на эту. У них жесткая, это засохла и завернулась. Наверное. Вот тоже. Вот она. Пух. А хули, жара же была. Ну это бздюшка какая-то. Или как она называется? Черт ее знает. Вот это сыроежик. Сыроегу нашел хорошую, красивую. Прям сейчас вот сразу зайду. Не с солнечной стороны. О, какой сыроежечек. Бум. Бум. Так. Режем. Червивый почти. Ну-ка еще раз. Все. Сегодня какой день? Сегодня? Да. Четверг, наверное. Утром сюда надо рано дергать. Или пятница. А, ну если пятница, то костяника. Ее должно, много должно здесь быть. Вот она, костяничка. А вот какая ядреная. Ее берем сейчас. Вот так вот. Ну что? Где фокус-то? Ё-моё, что случилось? Грибы есть. Но не про нашу честь. Я не знаю, кто такие, но их много. Вон целая грядка. Вот она. Пошла. И вон туда идет. Тут еще они лучше пошли. Тут малина. Не малина. Какой-то куст на малину похож. И вот. И все заканчивается здесь. Вот они какие. Все. На этой стороне ничего нету. И в круговую ничего нету. Я где-то ведро бросил. Вон оно стоит. Я его потерял уже. Я уже нож потерял. Но снова нашел я его. Вот он лежит. Ведро бы не потерять. Вот за эту надо душку держаться мне. За металлическую. Два ведра с собой. Под грибы. Грибов вот. Ну, два ведра есть у меня. На всякий пожарный. О! Надыбал. Вот он торчит. Иди-ка сюда. Один, второй. Смотрим, что у нас есть. Тут раз. Ну, в принципе, да, можно выбрать. Раз. Раз. Пойдет. Сейчас дождик лупит.
чую, дождик лупит. Вот прям вот, вот чую. А муж и не влупит. Вот тут так, а тут вот так. Все. Там пасмурно. А тут немножко солнышко. Все пробивается сквозь тучки. Все, валим, валим, валим. Вон еще вижу грибы. Вот они. Это не наши грибы. Но они ништяк смотрятся. Их немного здесь. Ах, как немного, их тут много. Ну, не то пальто. Кто-то меня грызет. Ну-ка. Маленько с курса сбиться надо. Там не вижу ничего. И тут ничего не видно. И там ничего не видно. Все, к машине. Машина где-то слева должна быть. Внизу. О, здесь буераки начинаются. Вот. Ишь ты, а тут что такое? Ну-ка, 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 ну-ка. Вот такие грибочки есть у нас еще. Кто такие? Почему, не знаю. А! Все съедобные. А чё? Пойду-ка я перейду на ту сторону. О, облепиха попёрла. Вот тебе на. Куст облепихи. Но он пустой. Всё. Нет, не пустой. Вот на, облепишка. Я ее сейчас съем. Хорошая облепиха, твердая. Она скоро будет ништяковая. О, народу сколько понабежало. Все думают, что здесь ого-го, а тут ой-ой-ой. Зверобой. Вылазь на дорогу! О, народу сколько. Все. Нет грибов. Вот у меня на пути прям стоит хороший, прям хороший, хороший. Он какой. Аж блестит весь. Сапатый. Пух. И он уже почти хочет зачерветь. Но мы ему этого не дадим сделать. Мы его заберем и пойдем дальше смотреть. Перешли дорогу. И здесь я сорвал один гриб. Серега уже штук 5 сорвал. Ему везет больше. Он глазастый. Перегородил дорогу мне. Паутина, ее, наверное, не видать. Ну вот, висят иголки. Иду, иду. Выползаем. А, показать что-то хочешь? Бегу. Подожди, ничего не говори. Не слышу. Кого?
Вот это грибочки. Вот я их сейчас соберу как раз. Вот я тебя и звал за это. Вот они. Это трутовик называется. От комаров и от мошки. В прошлый раз он мне вообще здорово помог. Сейчас мы его под... Нормально все. Какой вредный. Нормальный. Вредный. Все, в ведро его. Фу, отрежу эту шляпу и все. Его кто-то уже обрезал. Я его дома высушу. И ты его дома высуши. И будем с собой брать. Хороший, прям отличный. Все, нормально все, пойдет. Все, домой его, на базу. Все пучком, хорошо, дома высохнет он. До весны как раз будет четко все. Не надо будет. Все, хватит, нам что, куда подавиться что ли их? Вот это все, набрали грибов. Говорили, грибов не наберем. Грибов в полное ведро. О! Хоть в чем-то повезло. Но это комарам оторваться мы дадим. Серого ведро еще больше, чем у меня в два раза. 15 литров грибов решил собрать. Не в этот раз. Ну не повезло нам. Ну все, навыгуливались мы. С трутовиками нам повезло. Больше ни с чем. Тут вот такой вот лес сейчас покажу. Вот такой. Сосенки в перемешку с березяками, с березками. И с маленькими елочками, сосеночками. Он еще растет. В этом сосняке вот такая красивая елочка вырисовалась, дорисовалась. Прям ядреная. А там одна попалась, ее кто-то срезал. О, прям у нее снизу прям лапа. Вон она куда аж тянется. Давай я тебе помогу вот так вот. О, о как лапище у нее. Если ее не срезают, не срежь, это будет красивая елка. Прям отличнейшая. Дальше пошли. Ну и вот такие попадаются красивые. Но это не наш гриб. Я не знаю, кто это такой. Поменяли мы место. Тут вообще ничего нету. Зато видно далеко, что ничего нету. Пойдем дальше. Ну вот, наконец-то мы их поймали. Это грузди лохматые. Вон какой здоровый. О! Моя ладошка рядом с ним. А тут еще листочек для красоты. Вот какие. Как они, Серег, говоришь, называются? Сырой грусть. Сырой грусть. А это сырога.
Сейчас мы их скосим. Да, коси. Вон, видишь, прилетел. Все, некогда мне. Вот, проверю я сам себя сейчас. Смотрите. Вот, сейчас, подожди. Нету. А вот тут должны быть. А тут его уже содрали. Тут его уже содрали. Где тут еще шишечки, бугорочечки? А нет тут, а нет, вот он. Бугорочечек, шишечка. Вот. А его тут тоже уже нету. Припрятали. Да, кто не успел, тот опоздал. А тут есть что-нибудь у нас? Ну-ка, вот сюда, если забраться. Нету. Нету. Все, сваливаем. А тут нету. Все. Ведро не забыть. Итого вот сколько.